Ну что же, закупились мы. Пойдемте смотреть, что мы там закупали, посмотрели. Мы еженедельную карту, как обычно, колбы Эрлинмейера приобрели. Что мы сделали еще? Давайте удвоитель ценности соберем. Так, за 449 рублей нам дали награду. Круто. И за 1790 рублей нам дали награду. Ага, это хорошо. 7 дней выживания мы купили. Так что мы тут собираем все. Все собрали. Ждем еще 7 дней. Давайте смотреть, что... А, ну вот. К слову о том, что да, за 449 рублей мы приобрели 7 дней выживания, потому что мы до этого их все еще не покупали. За 1790 колбы прикупили, за 1790 мы прикупили шмот. Что с этим шмотом произошло? Да, они мне просто еще то же самое предложение за те же самые деньги предлагают. То есть у меня сейчас появился шмот. Я, допустим, могу... Кого я могу одеть? Кто у меня не одеты? Альфу я могу, допустим, да, одеть. Ух, альфу одеть, так-то это хорошее предложение, слушайте. Может быть, действительно стоит мне приодеть альфу? Ну, давайте, допустим, мы оденем альфу. Все, у нас теперь альфа одета. Это просто прекрасно. У меня все почти уже в синем шмоте. Если мы сейчас купим еще один синий шмот, по 1500, допустим, давайте рассмотрим 5 синих шмотов по 1500. Это получается за 7500 я куплю... Один фиолетовый сет и 200 наковален. Что мы на 200 наковален можем приобрести? Это, допустим, сделать шапку и каску золотыми. Ну, как бы, с одной стороны, дорого, с другой стороны, блин, с учетом того, что здесь шмот с наковальнями поставляется, то это не так уж и дорого. Просто реально, как бы, я считал 400 наковален, это 9500, а тут за 7500 я 200 наковален. А, 350 наковален за 9500, либо за 7500 здесь мы покупаем... 200 наковален. Но плюсом еще фиолетовый шмот мы к этому ко всему берем. То есть, если мы потратим, к примеру, 15000, у нас будет 400 наковален. Этого нам хватит, чтобы сделать один золотой сет. И у нас будет 2 фиолетовых сета еще плюсом к этому. Блин, ну хорошее так-то предложение. Стоит, мне кажется, над ним задуматься. Не, ну не 15000, вы что гоните, что ли? Какие 15000 на шмот? Это вообще очень-очень дорого. Ну хотя, блин, это реально, если на 15000 потратить, то у меня будет Розита в золотом шмоте еще плюсом 2 фиолетовых сета будет плюсом к этому ко всему. Блин, предложение на самом деле очень-очень заманчивое и хорошее.